Привет всем! Сегодня я приготовлю свиные отбивные с испанской пикантной подливкой, а на гарнир у нас будет медовая морковь. Погнали! Начнем с мяса. Нарезаем стейки примерно 5 сантиметров толщиной. Делаем небольшие надрезы, чтобы мясо не сворачивалось и было ровным. Хорошенько отбиваем кухонным молотком с двух сторон. Берем противень, где будем запекать мясо, насыпаем соль, перец. Взбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем наши стейки. Еще раз солим, перчим. Взбрызгиваем оливковым маслом. Присыпаем сушеным тимьяном. Берем чеснок, раздавливаем немного его с помощью ножа и выкладываем поверх. Сверху присыпаем веточки розмарина. Еще раз взбрызгиваем оливковым маслом. Жарим в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 20 минут. Перейдем к подливке. Нарезаем мелко лук, грибы, разрезаем перец, убираем сердцевину и очищаем от семян. Нарезаем. Острый перец разрезаем вдоль сушеный, удаляем семена. Разогреваем сковороду, добавляем грибы и перец с луком. Обжариваем на сильном огне в течение 3 минут, солим. Добавляем помидоры в собственном соку и заливаем соком этих же помидор. Добавляем чайную ложку сахара и варим на медленном огне в течение 10-12 минут. Перейдем к гарниру. Морковь в медовой глазури. Морковь очищаем, нарезаем вдоль и нарезаем на кусочки примерно 7 см. Варим в подсоленой воде в течение 7-9 минут до мягкости. Сливаем воду, добавляем сливочное масло, раскаляем и добавляем морковь. Солим, перчим, добавляем 2 столовые ложки меда и тушим, пока морковь не покроется медовой корочкой. Берем тарелку, выкладываем немножко подливки овощной, сверху кусок свинины, сверху немного соуса и наш гарнир, морковь. Давайте попробуем, что у нас получилось. Не забудьте подписаться, на канале много вкусных рецептов, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Мясо получилось нежным, розмарин придал приятные нотки свежести. Давайте перейдем к моркови. Морковь имеет приятные нотки меда, в меру сладкая, всем советую попробовать. Спасибо за просмотр, пишите в комментариях, как вам такой рецепт, всем пока.